В Рязанской области наконец ремонтируют государственную трассу Ривно-Сарны. После зимы этот отрезок побил все рекорды по количеству ям и для водителей превратился в настоящую полосу препятствий. Наши корреспонденты проверили новое покрытие. На сегодняшний день дорога уже стала, я скажу твердо, проездной. Да не только проездной, она уже... Она же практически отремонтирована. В этом нас убеждает начальник Ривненского автодора. Мы решили сами удостовериться и поехали туда, где совсем недавно машинам приходилось лавировать между выбоинами. Почти 90 километров бездорожья с небольшими участками асфальта. Сейчас покрытие изменилось, говорят водители, но не кардинально. Да, так как раньше ехали с Сарно до Ривного 3 години, то... А зараз иди. Та зараз 40 хвилин. Те, що вони ямку латають, то це нічого. Воно нічого не дає. Латаная в нескольких местах, с трещинами. Вот такой трасса будет после ремонта. Его еще не закончили, хотя дорожники должны были все сделать к началу лета. Ям дуже багато и важко працювати. Ну, самі бачите, яка дорога. Активисты уверяют, ремонт делают некачественно. Один из них даже пытался доказать это дорожникам. В ответ рабочий набросился на него с лопатой. По технологии он должен сформироваться, остаточно захолонути, потому что это горячий асфальтобетон, и он должен охолоджуючись, он набирает своей местности. В облавтодоре признают, дороги действительно не в лучшем виде. Но делать качественно и в сроки нет денег. Дескать, они только подрядчики и работают в долг. Основной подрядник – это служба автомобильных дорог, в якої на балансе все дороги находятся. У нас на балансе дорог нет. Вона є замовником, и вона нам оплачує роботу. На сьогоднішній день більше 40 мільйонів вони нам винні. Тоже говорят и в службе автомобильных дорог. Чтобы привести убитые трассы области в порядок, выделенных в бюджете средств явно не хватит. Поэтому латать будут и дальше. Мы на рік передбачили 23 мільйони гривень. Це на ліквідацію ямковості. Якщо порівняно з цифрами і сумами відсотком минулого року, 2017-го, ми вже витратили практично все на нуль. Но сьогодні є, ми знаємо, кошти Укравтодора, надійшли знову новий транш, десь біля мільярда гривень. А вот водители, которые каждый день вынуждены преодолевать ухабы в нехватку денег, не верят. Гроши есть, меньше три гроши красти, и будет дорога добра. Все. Всего в Ривненской области капитально отремонтировать нужно более 3000 километров. На это, говорят дорожники, уйдут годы. Юлия Жешко, Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности. Телеканал Интер. Ривненская область.